Привет, Артур. Привет. Что ты нам хочешь показать? Большое дупло. Мы нашли дупло белки, да? Хотите посмотреть, что там внутри? Давайте мы вам покажем, что внутри дупла у белки. Что же она там складирует? О, шишки. Сейчас белка куда-то побежала гулять, наверное. А мы нашли ее домик. Мы находимся в Лачупитес дендрарий и покажем вам рододендры и орешники, интересные растения, которые тут растут. Я спортсмен. Ты спортсмен, Артур, у меня? Вот такой лес красивый у нас, сосновый, еловый. Ну, вперед, Артур. Здесь можно встретить вот такие огромные березки. Вот. Она такая кривая, длинная-длинная березка. Борется за солнышко. И в самом низу на березке уже посеялась елочка. Вот как интересно. Вот еще одна березка длиннющая. О, какие огромные здесь растения. Мы идем все время вдоль речки Лачупиты, которая постоянно виляет и течет по таким меандрам. И скоро уже дойдем до рододендров. Ну вот, начинаются рододендры. Сейчас начало июня. И как раз зацветает вся красота. Ой, какой запах! Чувствуешь, Артур? Вот здесь прямо в лесу, в свободной природе растут рододендры у нас. Пойдем желтый тип посмотрим. Здесь красный. Да, рододендроны. Вот здесь будет красный. Какая красота! Вот желтенький хочу. Ой, какие эти смарджиги, какие они особый такой запах имеют, очень насыщенный. Понюхай, Артур. Правда такой насыщенный запах? Какая красота! Дальше розовые цветут прямо под ногами. Ой, пчелки, смотрите, летают. Улетела пчелка. Этот еще не зацвел, тоже желтенький будет. Только-только начинает распускаться, начало июня. Вот одна веточка уже распустилась. Ой, дальше дорога петляет. Прямо в рододендр надо влезать, чтобы пройти. Ну что ж, будем аккуратненько пробираться, чтобы веточки не поломать. Вышли. Нашли тунберга барбелы. Вот она как цветет. Ну, твой палец на свой таре. Ну вот, смотри, ягоды прошлогодние барбариски висят. Вот она как красиво цветет. И у нее есть колючки. Вот это она и есть. И что мы хотели вам показать? Я в прошлый раз, когда здесь гуляла, увидела, знаете, что здесь цветет? Смотрите. Какое чудо я тут нашла в саду. Вот на старом-старом заброшенном дереве, рядом с орешником, вот это серый орешник. Посмотрите, какой гриб.
Смотрите, какую я нашла красоту. О! Какой красавчик! Сейчас мы его сфотографируем. Я, кстати, первый раз в своей жизни вижу желтый именно такой гриб. Обычно они такие неприглядные. О, какая красота! Вот молодой орешник. Как назывался этот орех? Серый орех? Это серый орех. Вот, посмотрите, какой он огромный, 6 или 8 метров. И вы знаете, мне даже удалось обнаружить его плод. Посмотрите, он похож на грецкий орех. Вот он. Он прошлогодний, в отличном качестве. Придем домой, я попробую его раскрыть. И посмотрю, насколько он легко открывается, какой у него плод. Есть рододендрон маленький, низкий, а есть вот такие огромные. Какая красота! Тебе какие нравятся, Артур, больше? Желтые или розовые? Розовые. Розовые? Ой, кто тут жужжит? Где жужжалка эта? Ой, елочка какая, смотрите, между ними. Классная. Пойдем. Ой, ну слушайте, желтые самые пахучие. Мимо, когда них проходишь, ой, какой запах насыщенный. Ой, вот маленький домик. Thank you.